Милиция, патрульные машины. Видимо, нас ожидают погони, схватки с преступниками. Да, бывает и так. К счастью, погони, задержание преступников с риском для жизни являются в работе автоинспектора чрезвычайным происшествием. В основном его труд складывается из таких, казалось бы, мелких событий. Вот и сейчас инспектор спешит к испорченному светофору, чтобы на дороге не произошло аварии и происшествия. Теперь все в порядке. Мы так привыкли к присутствию инспектора на дороге, что порой его не замечаем. Что ж, если при этом мы соблюдаем правила уличного движения, то и он не обратит на нас внимания. Но в противном случае... В противном случае он обязан напомнить о своем присутствии. Как учитель нерадивым ученикам, он вынужден снова и снова повторять, казалось бы, прописные истины. Но нерадивыми учениками бывают не только дети. Вот они, взрослые нарушители. Они просят прощения, оправдываются, а то и возмущаются. А ведь замечания инспектора – это не просто придирки. Делая нам внушение или даже налагая штраф за нарушение правил на дорогах, автоинспектор защищает нас от трагических порой происшествий, аварий. И наше уважение к автоинспектору, исполняющему свой долг, это тоже непременное условие спокойного, безопасного движения. Удачи тебе, инспектор!